А сегодня посоветую канал Фил Бонда. Хорошие стримы, скоро наберут 1К. Хотя его поздравим. Подпишемся все смело. Стрим ссылочку делаешь. Ставьте с вами. Всем хорошего просмотра. А мы начинаем. Всем привет, ребята, с вами Снегирь. Сегодня я поговорю с вами об одном и другом героя. То есть не герой, а хейтер. Вы опять сейчас подумаете, что я не буду снимать про хейтеров. Скобочек. Ну, вообще, нет, это не про хейтер. Хоть я хочу поговорить о Флексе, как он хотел давно сделать Дис. Ну, хотел сделать Дис. Короче, что мы решили с другом? Мы снимем Дис на него. Пока мы еще не знаем, как снимать пока. Дис этот. Потому что я не спрашивал, даже будем снимать или не будем. Вот чё вопрос. Мы пока думаем еще. Что снять бы. Что это еще? Здесь все. Скоро стримы будут это по выходным. То иногда будет сегодня, возможно. Конечно, но это не точно. Да не точно. Это не точно, понимаете? Это не точно. Это будет стрим. Честно говоря, я не знаю, что с Дисом пока. Ждите. Ждите новые ролики. Что мне сейчас больно. Ну, если хотите больше стримов, а это будет обеспечено. Так сказать. Я не говорю, конечно, обещаю, что будет. Поэтому точно. Но очень трудно делать. Короче, мы поговорим с этим чертовым дис, этим чертовым дис, этим флексом. Может. Нет. Вы как посмотрите, что будет. Да, с ним проделаем видос. Он захочет этот трус говорить. Не знаю. Чего говорит, что я предатель? Ну и что такого в Дисе? Ну что, все равно? Мне, честно говоря, все равно, что сидит у меня Дис. Кто его даже не сможет его защитить. Мой друг, так сказать. Шейбу сакат, дает. Хорошо. Я думаю, ему будет наизину. Сделать этот Дис. Чего его... Я не уверен. Нет.
Вы пока следите за новостями Флекса. Если кто найдет канал его, пишите мне сразу. Дискорд. Это видос. Ссылочка в Дискорд мой. Что можете посмотреть. И как его выйти? Боже мой, да что это? Короче, на этом мы заканчиваем видосик. С вами был Снегирь, всем пока.